Да? Съезжали все сюда, и губернатор, да? Питера. Нет, я должен был сюда приехать с Ромкой. Мы с Ромкой сюда ехали, он тогда разжевал. И мы по дороге, когда мы сюда ехали, ему позвонили, что его Кинг ждет в Майами. И я его прямо в аэропорт отвез. Вместо отсюда, понял? Вместо этого фестиваля. А кто арендовал это все? Ну, не знаю. Это же деньги большие стоят. Да, да. Это явно не дешевое место. Видишь, аукцион 60% мебель продается, потому что они уходят из бизнеса, видишь? Liquidation sale. Это Pacific Design Sale, Тихоокеанский дизайнерский центр. Называется. Алло. Ромка, ты дежурный по хате, что ли? Я понял. Ну что происходит у вас? Ну мы там 6 часов, да? Хорошо. Все отлично. Давай, давай. А куда будешь с Эмлюшкой? В магазин. Я хочу подарки посмотреть, обувь посмотрим. Там вот такие. Олегу? Олег просил? Эдик, вот такие вот нашли ботинки. Да. Вот такие. Да, зимние. Борис Иванович, Борис Иванович, смотрите. Если Макушин будет большой, да, но мы звонили, не могли. Он, наверное, я ему покажу. Он, наверное, в муку был. Да, звониться мы не можем. Записываем? Сашенька, дорогой, я очень люблю и вспоминаю. Не больше, чем меня? Нет, не больше, чем. Все, тогда сдаюсь. Вот пиво, пиво без водки. А, сори. Пиво без водки. У вас какой был? Рома, спасибо, оскорблять могу. Смотри, водку сделал. Я молод. Не, я не достал. У тебя же никто не бьет. Фото машины, еще раз. Улыбаешься. Уречка очень фотогеничная. Да, в этом руки. Вот снимется то руки. Ну, стесняется. Наш уважаемый. Хорошо, я официально. Да, столько лет. Рома. Ты узнал этого актера? Он венгер, да, по-моему? Ромчик, мы с тобой. Давай. О. Настя у нас как-то не гордится. Да? Нет, причем здесь это всем? Да, Знаешь, он для меня не канает, но я с самого почетный бойцом называется.
Вот нас двоих все получится. Надо нам, ну вот так, как ты делаешь сам. Сейчас она пойдет, пойдет. Ну и рожа, блядь. Ты видел? Они только появились. Нет, это старая же. Нет, там какую-то ему дали супер на ворот. Да побольше была. Да, побольше была, да. А да у нее же грабки, ты же не знаешь, как лопатки. Лёшные карты будешь проходить. Ну так как ты видишь? Я все время мажу. Кого? 5 месяцев. Она у нее что, совесть нечиста, она пытается отмыть. Так что делаем? Так что, хочешь отменить на сегодня? Как ничего не хотим? Я сейчас сказал, что мне надо. У меня Демик. Блять, все, я знаю. Я себе по телефону говорю, мама. Она меня знает. Тактар меня просил. Тактар. Да, она знает тактар. А у меня все, я пару лет назад. Я ей звонил, говорю, выходи на работу. Я не видел. Она не вышла. Мне нужно было сесть. Все, то, он меня попросил, Леша, уже я там сейчас одной девочке помогу. Я говорю, выходи. Она тут была. Она хорошо выглядит, но она не работает. Ой, какая некрасивая. Она, по-моему, так или нет, будет хорошо. Да. Да? Наверное, мне вот кто нравился, завод артистичный здесь это, больше всего Витакер, блядь. Вот как я его любил, блядь. Спрячьте его. Купую на iPhone. Ну, а помолки будут. По 3 формалки. Салат обводка вот здесь. А это отец был, да? Ну, долго, парни. Нормально. Ромка из отец. Нет, а вот то, что ты здесь это, вязал мне на лапах, тебе понравится? На центре. Не надо ничего держать, нажал. Надо на рекорд, надо забить. Все, да. Хочешь остановить? Ты сразу соскочишь? А откуда она? Откуда она? Дженсел вообще слово не говорит. Кто не говорит? Дженсел вообще ничего не говорит, что делать. Но он уже знает. Ну смотри, мужик, на это смотришь, да? Нравится тебе пацан? Какой? Кого держит?
например, 60, блядь, Рома намного побыстрее, чем он, блядь. Да ладно. Ну, еще, со зрением его, блядь, намного быстрее. Я напоминаю, тут очень быстро. Ромка быстро, но он быстро. Это тяжело, не тяжело. Или перчатки такие. Знаешь, он такой, блин, не комбинация, не деду. Они раз на ноду крутятся. Боюсь, что у тебя нету комбинации. А? Я, ну, все там, раз, два, три. А он тоже Джеймс секундирует, да, этот? Секундирует и все время на лапах, наверное. Третий редко. Но Джеймс, он готовился вот так, а Джеймс сам бьет, он тогда только подставил. Он уже знает, что бить. Я тоже там только показываю так, сам руками, даже не говорю никогда. Сам такой работает. Пеппер, смотри. Он мне говорил, что ты ему нравишься сам. Так вообще никогда не говорил. Видишь, как он не обманул. White power. И сэс в действии. Он говорит, у него жена еврейка, да? Он мне говорит. Видел его, не? Я знаю. Красивая? Такая. Выгнал его из дома, выгнал его, да? Он уже наколол имя этой самой. А нахуя? Ну он сумасшедший. А как ей реагировать? А он взял свежее имя, женское имя весьма какое. Он его на месте оценит. Ну так и надо ходить, только надо. Можно сразу 4 вперед, 4 назад. Да. Ну, он много весит сейчас, он больше 6-9. Конечно, он сам готов не говорит, что бить. Ну, он же работает всем нормально. Я же черный увидел, сколько там по 15 ударов комбинации. Они так не держат. Я там по 20 даже. В этом же нет смысла. Не, ну как это нету? Ну как каждый удар у нас же влаживается, и там видеть все. Ну, как это нет? Я имею в виду, что смотрите, нет, не делают. Да, и там еще покруче не делают. Повторяю, 15 ударов. У меня один. Не, ну да, у меня один прыгнул сразу. Блять, только мы спустились, он же ввел, блядь, там, блядь, 8 очков, блядь. Там жмут по кнопкам. Начал его двигать за спину. Я вижу, он сам прицелился. Да, нога ногой, это все хорошо, но ты немножко пережидаешь. Это единственное недостаток. Оттуда все проблемы вытекают. Плюс плоско стал назад, хоть на пятнадцать.
что-то сегодня спал. Очень хорошо. Немножко то, что ты там сидишь. Ты такой сильно прошел. Кто? Меня отдушил здесь. Дернул он левым. Не, не, не. Ну, это так. Сиди жестко, ребята. Техника слабая. Поштаб не да. А ты вернул. В принципе, был направлен точно сюда. Да. Последний ты его хорошо, Рома, вот справа. Раз за три вот, блядь, здесь вот. Да нормально, Рома. В следующий раз он пиздани, блядь. Я его давно хочу, блядь. Такой неприятный. Не от того, не из-за того, что. Негодяй, блядь, да? Не из-за того, что у меня проблемы. Хорошо, что у нас проблемы. Вот такой, блядь. Звездный парень. Это Арман. Я тебе говорю, 16 лет он выиграл на смерть. Вот этот флаг. Это Арману дали, это черный флаг, да? Да. А? Он. Это мне дали. Вам дали, да? Это Армана. А что за это чемпионат был? Ринсайд. Это такой неофициальный чемпионат. Он не приглашает со всего мира, то свой счет, знаешь, никак не может нормально приехать. Ну, дружочек мой, был хороший тяжик. Кто? Алик, это узбан. А сейчас что он? Кто хочет драться, то ему уже 37 лет. Знаете, у него снимался в одном большом фильме, когда в тюрьме, его привели из тюрьмы, он дрался на кулаках. Помните? А как же этот фильм называется? Ему очень сказал, он фильм. Показал так, он упал. Помните, он лег так на ринг и проиграл. Помнишь этот фильм? А? Never hustle. Да. Especially if he's prisoner. Он укус в зюб играл. Да, это как раз после этого было. Не, это не после. После этого где-то есть он весь в крови стал. Что они оба в больнице были. После боя. А это кто? Вот это? Это как раз это. Лусия Райт. Голландка это, да? Да. Вот она кто. А у меня матчи, блядь, штуки три есть. А вот она негодяй. Леша, вот этот негодяй. А что-то я смотрю за Славой. Вот плюс. Вот она здесь. Что, красивенькая? Жопа красивая. Не, ноги красивые. Леша, позвони Толстому. Куда пропал? В каком-то из этих журналов она есть тоже. Да ладно, я сейчас заеду. Я опять получил мысли.